Всем привет, это у нас Грэнни 2. Сегодня поиграем в необычную версию игры. Давайте стартовать. Play. Да можно на практике. Качество hide. Давайте музыку поставим на 5 секунд. Сегодня у нас будет вертолет размещен на открытом дворике. Я его даже слегка уменьшил, чтобы он помещался туда. Сейчас все увидите. Нам главное проснуться. Yes, уже стартанули. День первый, текстуры просто ужасные. Надеюсь, скоро Outwit выпустит тоже какой-нибудь мод. Потому что в Steam ведь игра обновилась. Он должен ею заняться. Смотрите-ка, нашли уже сразу же скотч. Также попытаемся улететь. И посмотрим, улетим мы с открытого дворика. Или, как всегда, с того места, где у нас транспортное средство стояло. Потому что всегда так и было. Лодку я перемещал, машину я перемещал в Грэнни 1. И мы уезжали со стандартных мест. Сегодня протестируем то же самое на вертолете. А ладно, пошлите сначала покажу вертолет. Можно было бы даже вертолет сделать, в принципе, размером с вазу и поставить сюда. А вот и он. У нас одна лопасть отсутствует, но это фейк. В реальности она присутствует, я вам это докажу. Смотрите, он реально завис в воздухе. И мы его сегодня будем запускать. Даже посидим в кабине вертолета, прямо на открытом дворике. Так, что у нас здесь есть? Может быть, канистра? Канистр нет. Сейчас собираем картину. Так, у нас одна часть картины у ребенка, да? Да. Ищем шокер. Его здесь, конечно же, нет. Это было очень маловероятно. Открываем шкафчик книжный. Ну-ка. Здесь раньше спавнился пэдлок. Сейчас я вообще его ни разу не видел. Применяем тогда security key. Мне картина помешала. Под пол. Все под пол улетело. Подпольная картина. Шокер в микроволновке, ура. За картиной, за красной ничего нет. Без бабки деда показывать удобней. Еще часть картины, ура. Уже две знаем, где расположены. Возможно, третья находится на кровати. Ясно, кровати, все. Все три части нашли. Самое интересное, что у нас вертолета не должно быть на открытом дворике. Этого я еще не проверял. Конечно, надо туда еще дойти. Но, скорее всего, вертолета нет. Я же его переместил. Ну-ка, канистра здесь. Нет. Хендвилл бесполезный. Что здесь? Проводок. В принципе, можно поставить. Door handle вообще. Давайте проводок тоже отнесем, потому что я его никогда не ставлю. Это очень непоказательно. И это плохой пример. Вроде бы как я использую баг. Но так вы не научитесь проходить игру правильно. Нам нужен, конечно же, лом. В range применим. И тоже заберем часть картины. Сейчас поставим ноги деда. Прикол, если нас переместят снова на чердак, и там у нас будет стоять, и мы будем взлетать на вертолете, не с открытого дворика. В рейндж. Заодно проверяем полочки. Виапон. Мне нравится больше из него стрелять. Конечно же, щеколду не забываем открывать. Ой, почему я не приземлился? Да, вертолет это просто шедевр. Надо превьюшку обязательно сделать с вертолетом. А кстати, давайте с водой. И с ребенком с Лендрины. Вот так может. Класс. Вот это превьюшка. Вертолет просто в небе висит. Сливаем теперь воду. У нас будет сейчас доступ к кабине вертолета. Надеюсь, меня ребенок с Лендрины пропустит. Потому что я очень близко буду к нему. Садимся. И реально мы находимся на открытом дворике. В принципе, можно даже такую превьюшку сделать. Как лучше выбрать? Ребенка с Лендрины не видно. Давай уже быстрее иди. Ес идет. Смотрите. Все, он прошел. Ой. Мне нужно дотянуться любой ценой. Дотянулся.
и ставим третью часть картины. Потом пойдем за дробовиком. Конечно же, мы с вами поставим проводочек после стрельбы. Он, видите, в угол улетел. Нам еще нужно будет найти Ханисатру. Все, дверь открыта. Путь свободен. Вепон Кей находится у нас в душевой кабине, но под люком. Он под люком. Люк исчез. То есть его тоже можно запинывать под землю, как и картины. Ура! Будем вместе с вами это знать. Зарядился до падения ключа. Так, а стоит ли нам устранять ребенка с Лендрины? Наверное, нет. А, кстати, у нее там может быть лом. Все-таки, да. Иди ко мне. У него может быть там лом. Очень важная вещь. Ух ты, еще важнее. Вертолетный ключ. На вертолет. Yes, такого вообще никогда не было. Слендрина, извини, ну-ка, как она смотрится? Из вертолета. Видна из вертолета? Жесть. Гремучая просто смесь, смотрите. У нас хеликоптер Кей на стекле. И Слендрина в окне. Да это просто чудеса, такого не бывает. Так, а если я скину хеликоптер Кей? Успею сесть? И... Нет, я не успел. Надеюсь, хеликоптер Кей не потеряю. Ну, в принципе, запомнил, что он под вертолетом лежит. Теперь бежим в тир стрелять. Сейчас дозаряжусь вот здесь. О, нету. А где патроны-то? Их, похоже, здесь и не было. Сейчас проверим у Носферату. Есть. Чтобы уже готовым быть. Прикол, я сейчас попаду с двух выстрелов. Это мега сложно. Мам. Есть. 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 Два из двух. И один патрончик я зарядил. Бам. Перебрасываем ради прикола. Берем сейчас проводок. Будем проходить официально. Возможно, то же самое время и тратится. Это у нас проводок предохранительный. Если мы его не поставим, то обвалится пол на кухню. Все, спокойненько проходим. Это очень большая редкость обычно. Вау, вертолета просто нет. Но все равно есть какое-то затемнение. Можно вот такую превьюшку сделать. Что вертолета нет. Дробовик все-таки выкинем. Вставай. Можно в такую сделать. Но двери там нет. Дверь не видна. То есть у нас видимость предметов начинается с определенного расстояния. Так, у нас нет канистры. Значит, ищем лом. Так, лом, наверное, на кухне. Бомбу выкидываем. Есть шокер, но мы его даже не брали ни разу. Ламиара. Но все, скорее всего, канистра у нас находится в ящике. Это будет интересно. Хорошо бы взлетать с открытого дворика. У нас есть все для прохождения игры. Сейчас посмотрим, можно ли заправиться на открытом дворике. Будет ли шкала? Заправляется, вау. Вот, смотрите, прям двигаю курсором. И у нас все заправляется. Так, на. Это есть. Теперь несем скотч. Ах ты, я его здесь кинул. У картины. Ура. Тейп. Тейп это, видимо, скреплять. Или склеивать. Смотрите, лопасти нет, но она сейчас появится. О, рука есть. Все, резко все отображается. Ух ты, вот такая превьюшка бы неплоха была. Вот такая. Ну там ребенок с Андриной лежит. Это нехорошо. Не так красиво. И берем хеликоптер Кей. И давайте взлетать. Мануал не нашел, прикол, сейчас бы разбились. Скорее всего здесь. Мануал взят.
И он у меня в голове. Я запомнил, как летать на вертолете. Возможно, мы здесь будем взлетать. Но улетим, наверное, наверху. Ну-ка. Здесь взлетаем? Это как так? Смотрите. Да неужто, я не верю. Я не верю. Ах ты, наверх переместили все-таки. Фантастика, нас вернули наверх. Но, по крайней мере, винт работал на открытом дворике. Это было прикольно. Как-нибудь постараюсь переместить вертолет реально туда. Вау. Это было неожиданно. Я думал, меня переместят сразу же наверх. Но нет, все-таки лопасти крутились. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы оцените данное прохождение лайками. Обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте. С вами был Топси. Всем пока.